Введение ее в охрану. Также Евангелие от Евреев, Петра, Евангелие от переписка Авгария и Спасителя, который просил Христа в этом письме якобы исцелить. Ну и святой писатель впервые упоминает вот первое Евангелие Иакова. Христологических споров, так сказать, и самая проблема была во восприятии двух природах в Иисусе Христе. Что исцеление, но в то же время оно не является стопроцентным авторитетным источником. Не входит в состав шумана.